Вячеслав Котляров и Сережа Тарасов. Редкая, эксклюзивная запись, которая была чудом мной воскрешена. Данная аудиодорожка была записана 15 мая 2016 года. Интересные подробности. Спасибо за внимание и приятного прослушивания. Проверяю. У меня единственное, что, как говорится, меня всегда критикуют, но я говорю, ну извините, я советский язык не смог выучить, я вообще не современные языки, то есть у меня с грамматикой, если я буду, как нам говорили Екатерина в слове, еще делаю 4 ошибки, а я сделаю 10. То есть я абсолютно не, у меня нету возможности писать в общепринятой грамотность. Меня возмущает, как может вот это, когда Луначарский сказал, что надо, допустим, мне слово там, допустим, признаться. Но если в нашем языке древнем это должна была одна буква «С», то нам навязали, что «Т», «С», еще и мягкие... Я тебе говорю по поводу грамотности. Вот я в своих роликах часто допускаю ошибки. Просто. Да. Меня прям раздражает. Я, кстати, да, вот это я некоторые ролики это посмотрел. Я понимаю, что ты вообще человек такой после Боинга стал настолько мега популярный, что как бы... И они тебе пытаются эти пасквили укусить побольнее. Вопрос, или я хочу все-таки добить вот этот вопрос ГО. Почему? Потому что вот это наблюдение мне очень большое значение. А ну, это я издалека начинаю, чтобы подойти к важному. Ну, как для меня это. Значит, ear, это у англичан это появился язык. Какого языка? У них название года было названо. А год это от яра. То есть, ну, как в древнеславянском языке буквы я не было. Это она по-другому писалась. Поэтому... Писалось не яр, а ер. Е это правильнее называть это и е. На современном языке ставка, точнее, ну, эти две буквы означают бог. А ра это означает свет. Ну, мы знаем, свет ра это первый чистый изначальный там радость, рассвет и так далее. А рх это энергия. То есть получается иерарх это бог светлой энергии. Идем дальше. Так, ну, Иерусалимом там мне было тяжело. Кстати, Иисус вначале писался тоже не ИИ, а ИИ. А теперь мы подошли ИЕГОВА. Так, получается, что у нас это ИЕГОВА, это бог... Скота. Бог... Это бог Гоев. Нет. А? Подмена понятий. Не Гоевы, а фишка в чем? То есть, смотри, получается, что... Кстати, и еврей разобрал это слово, и жид, это жизнь дающий, это по одной версии, это славянское слово. Они себе хорошие слова позабирали, а нам дали ихние слова. То есть, они по умолчанию гои, ну, то есть, скотина, так как у них бог Иегова, бог скота. Вот сейчас уже выстраивается, да, ловишь момент? То есть, у них бог над скотом, то есть, это они скот. Поэтому они, это, гои. То есть, а вообще я как копал уже это их мерды или мерды, вот оригинальное название у хаимов. Сейчас видно застопорился. То есть Иегова это... И вот, кстати, слово пастор это тоже, это паства, тоже из той же оперы. Все, лучше ты мне помоги, вижу, что я уже это со словами это... Короче, давай немножечко откроем. Да, я. Ну, иногда мне все-таки надо, чтобы это как бы мы. Я попал. Так, смотри, значит, мы начали с того, что. Давайте начнем. Ну да, по сути, это вообще плохо, что у нас это. Вот я, видишь, ты молочага, это на кашку перешел. Я, к сожалению, не могу это отказаться, как бы это. От мяса. Ну, сейчас я скажу так. Сам я его не покупаю. Ну, если где-то попадаю, то это... Понял. Да я, знаешь, как мне тоже достаточно долго шел, и нет-нет, я хоть мясо достаточно давно не ем, но есть сало. Иногда прям... Это много... очень большой, на самом деле, это есть корову, это такой грех неимоверный, это просто... Для нас это специально, это наши предки свиней вывели эту породу, чтобы... Над бедными коровками не мучиться. Потому что, кстати, вот я не помню сейчас точно какой год, или 13 тысяч лет назад, или 40 тысяч лет назад, надо вспомнить. Тогда была такая отравленная атмосфера, а наши предки исключительно питались
плодами, но они были все отравлены, а чтобы с голоду не помереть, наши предки были вынуждены переходить на это. Да, вот именно поэтому, кстати говоря, я часто людям, которые про сыроедение мне говорят, я им отвечаю, что да, сыроедение это замечательная вещь, здорово, но, к сожалению, в нашей ситуации мы не можем себе позволить. Они могут погибнуть, дело в том, что в нашей ситуации человек может... Один выдержит, а другой просто умом двинется. Сейчас же практически и количество той еды, вот этой вот, которую можно не готовить, ее же почти не осталось. Практически, кроме фруктов некоторых и маленького количества овощей. Все остальное нужно готовить, иначе невозможно есть. Там картофель, ну как ты будешь их есть сырыми, правильно? Угу. Картофель. Ну и там многие другие. Поэтому в нашей ситуации очень сложно. Кстати говоря, есть люди, которые вообще не едят, так называемые праноеды. Я, в общем, по этому тему тоже как бы пытался не есть, и у меня даже... Не пытайся, я сейчас немножко по ячейкам, да и на нашей планете было, сейчас скажу. Давай вернемся так, вот дальше ты говоришь, на коренные Ие это Бог, Ра это свет, а РХ это что такое? Энергия. Энергия, получается, что иерарх это Бог светлой энергии. Да. Так, это наше понимание. Это на иерархия, это наши боги, то есть это... Да, Бог такой энергии. А Иегова, это получается и Бог, и скот, то есть Бог скота. Бог да, да. У тех, у кого Бог и Иегова, те по умолчанию это скот. Скоты. Скоты, да. Да, то есть эти хемиты, они изначально, по сути, были сами по себе бои, и у них Бог и Иегова, и у них Бог скота. То есть они скоты, и над ними есть господин. Ну, да. Да. Но они переделали, все переманипулировали и сделали себе, забрали нормальные слова, такие как жизнь, да, ты сказал, это жизнь дающий, а нам отдали свои названия, такие вот скота. Да, 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 да. Ну, грубо говоря, да, они все себе сняли, заставили нас думать и взять то, что это мы говно. Да, что мы никчемыши там и... Да, а вот они, кстати говоря, получается, то, что евреи, ну, как бы, евреи, химиты... Да. Они у нас получаются такие замечательные товарищи. Вопрос. Я много где и по коду, и по ведам, и по многим другим, везде немного разное обоснование, откуда они появились. Вот и, значит, получается, по-твоему, они появились... Вот, ну, первые тысячу лет назад на Шри-Ланка первые появились. Да, первые тысячу лет назад, это когда туда высадились вот эти гермафродиты, грубо говоря, которые потихоньку начали их создавать, и они в своем многообразии более-менее... Начали конкретно около 500 лет назад. Ну, а конкретно это, кстати, вот это есть, это они усилили процесс с помощью генной инженерии и в лаборатории создали Адама на генетическом уровне, это забрали гены у нас. Поймали, грубо говоря, обезьяну, да, это и обезьяне, наши гены славян это вживили, и благодаря этому он вот стал это человеком, короче, вот так. Ну и Еву так же само, короче, это создавали. То есть взяли обезьянку, короче, это и вживили ей это гены. Это уже вот, кстати, 500 лет назад, это уже как бы, чтобы ускорить процесс. То есть смотри, 1000 лет назад они развивались спариванием, понял, как бы это... Но это очень долгий, короче, затяжной процесс размножаться, да, там. А потом они поняли, что это... И причем при генах, как бы это, уже некачественные гены, то есть там шла бы долгая мутация, пока она там пройдет, а генно-модифицированного человека создать, то есть сразу, получается, он создается. И потом, когда у Адама и Евы начали появляться дети... Мы знаем, как он сказал, а теперь идите, сыновья мои, и берите себе в жены это, дочерей. И вот пошли сыновья и начали это, наших славянских женщин воровать и от них размножаться. Ну и, кстати, вот этим процессом Иегова руководил этот же господин их. Не, это, так, ген... так. Этот Иегова, вот получается, смотри, ты говоришь, что, грубо говоря, наши враги, да, там рептилоиды, серые, драконы и прочее, прочее, у них над ними, над всеми стоит один начальник. Ну, сейчас, да, фишка в том, в других мирах-то у них одно, но сейчас он как бы взял эти армии, знаешь, конница, ну, как ловишь. Я понял. А вот этот вот начальник, он, смотри, то есть как я все это вижу? Вот, соответственно, в какой-то момент времени, еще до всего этого дела...
вот, грубо говоря, там, на заре времен, условно говоря, да, вот эти вот миллион ячеек, каждый из которых там, ну, где-то люди, там, где-то не люди, вот эти вот товарищи, они там, начали как-то вот клонились, да? Да. Ну, конкретно там ячейки, где там жили рептилоиды, потом были, где жили серые. Ну, не на поверхности, как мы с тобой выяснили в начале беседы. Не имеет значения. А, не имеет, все, понял, отлично. А, это я понял. Это не имеет значения, они там жили где-то. В какой-то момент такие-то расы там стали более-менее развитые, начали друг на друга нападать, начали... Сам? Сейчас получается, что абсолютно разные расы, которые, по большому счету, мало того, что разные просто конкретно, так они еще между собой воюют. То есть они друг другу не друзья, мягко говоря, да? Да, а, конечно, конечно. Они выполняют одну цель под начальник, под началом какого-то одного командира. Mm-hmm. Вот кто этот командир и как он смог вот эти вот расы объединить для достижения цели? Сразу не готов ответить. Не готов доложить. Да, 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 не готов. Так, ну хорошо, будем пока считать, что этот вопрос мы будем решать. Ну условно можно поставить вот этого как раз господина, у него много имен, Иегова, Антихрист, вот. Я понял, да. Дьявол, там. Да это не важно. Не важно. В общем, это главное. Ну хорошо, такой еще момент. Вот мы говорим, что 40 тысяч лет назад сюда был внедрен десант, который, по сути, своей задачей которого была готовить почву для вторжения, да? Смешиваться и, с народами. Судьми там делать из них, так сказать, отравлять им разум и прочее. А Марок или... Они еще в тот же момент, они еще детей любили воровать и мавлюков из них выращивали. Вот, когда началась... Когда началась ночь творога. Ну, я думаю, все-таки правильный отчет брать 40 тысяч лет назад. Почему? Потому что до 40 этого отчета мы жили не тужили. И только 40 тысяч лет назад в этой ячейке начались первые войны. То есть точку отсчета ночь сварога, я считаю, правильнее начинать с 40 тысяч лет. Потому что невозможно, если ночи сварога нету, то нету войн. Вот тут чисто вот логикой, то есть это просто нету. Слабеем, то есть интеллект. То есть я бы. Хотя есть же люди отталкивают ее и 200 лет, есть, и 100 лет, и 5000 лет по-разному. Но я бы все-таки датировал ночь сварога. Причем я могу только предположить, что эти ночи сварога теоретически наступали это несколько раз. 40 тысяч лет назад, потом раз ночь закончилась, потом наступила там. Я понял. 13 тысяч лет назад. Просто я тут смотрю, сама по себе ночь, она не может длиться 40 тысяч лет, это слишком много. Ночи для вот этого огромной планеты это как секунда, грубо говоря. Не, ну все равно, я понимаю, что секунда, но вот я здесь читаю, я много всего читал, в основном ночь датирует, что ночь сама по себе длится около 1000 лет. Сама по себе основная ночь. Может, ну это... да, 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 я больше склонен, как ты говоришь. Я вот что-то мне сердце подсказывает, что это ты больше на верном пути. Да, ну в общем не важно. В таком случае наши враги, они, значит, начали свою деятельность 40 тысяч лет назад, и получается, что примерно, значит, 40 тысяч лет назад с определенными как бы, взрывообразными процессами, которые произошли 13, 7,5 тысяча и 200, да? Последние лет назад это были самые взрывообразные какие-то события, которые там, да, между ними было и затишье, и какая-то такая просто, ну, подготовка, и, ну, просто, знаешь, как-то такое, да, вот, это понятно, значит, наши враги используют, мы называем это ночь сварога, но это, скорее всего, какой-то мгла, дурман, там, не знаю, там, какое-то такое вот заклятие, да, там, как туман войны. Да, 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 очень близко. Я, да, сформулировать тоже пока что-то не получается. Да, это... не важно, как это, главное сейчас это понять. А как сформулировать это найдется. Значит, следующий вопрос возникает. Вот, я так понимаю, что то, что произошло 13 тысяч лет назад, это Махабхарат, да? Ну, видишь, вот здесь мне тоже не просто не готов ответить, и, как говорится, иногда черпаю информацию из наших уважаемых лекторов, и, по-моему, ближе всех подошел Алексей Кунгуров, потому что
Как ты сказал, 40 тысяч, те события, которые дошли до наших дней, происходили это сравнительно недавно. Мне надо просто или тебе, или мне это посмотреть. У Кунгурова есть отличная лекция, значит, он, я просто местами не помню, значит, он как говорит, что Махабхарата была, допустим, 1000 лет назад, а Рамаяна была 200 лет назад. Вот, то есть, а местами я не знаю, какая из них Перми. И причем это просто название войны и описывание событий этой войны. То есть, как Вторая мировая, это всего лишь как бы... Так, я понял, ну вот смотри, ты говоришь, 13 тысяч лет назад здесь была достаточно серьезная война, когда три, значит, у нас Лиля, да, Лиля, Сапта, да, и Луна. Теперь смотри. Это как бы все три космические корабля, именно корабли. То есть это искусственные сооружения. Искусственные. А, кстати, вот меня улыбает. Они говорят, мы поедем на Луну ресурсы добывать. А у меня аргумент. Говорю, вот вы представляете, у вас есть автомобиль, и кто-то залез на крышу и начинает это бурить. Они не понимают, что это полностью конструкция, там даже камней нету. Она полностью сделана из сплава. И там огромное количество, грубо говоря, назовем их условно городов в разных отсеках на разных уровнях. То есть это техногенный огромный космический аппарат. Я понял. Я хочу от тебя вот что услышать. Эти три корабля кто построил, когда построил, зачем построил? Фух. Над каждой ячейкой висит этот эвакуатор. На случай, как говорится, это, ну, это как пожарные, короче. То есть, если вдруг выходит за рамки, это, ну, короче, полная гибель нас. То есть, нам вообще, как говорят веды, это достаточно, как говорится, двух людей. У нас все генетическая память, мы заново. То есть, они выполняют функцию Ноевого ковчега. И, кстати, он и есть, но и в ковчег, то есть где собраны, как это называется, все... Знания, библиотека. Не только библиотека, это семена, ну, это как бы... И ДНК, но для них, вот они как бы, почему они это спасают, это... Для них тело человека, почему вот кто-то скажет, а почему они нам не помогают, раз они светлые? Да потому что для них не принципиально это наша физическая гибель. Для них очень это очень важно, чтобы это духовной гибели не произошло. Поэтому они спасают в первую очередь это людей, это духовно чистых. Это сравнить, вот взять, допустим, курятник, и в этот курятник пробирается лиса, которая всех кур хочет передушить. Если уже курей становится очень мало, вот это хозяин, который, грубо говоря, на этой луне находится, он просто эту лису отгоняет. То есть это уже, как говорится, когда наступает вообще эта точка невозврата проходится, и не будет возможности заново это, жизнь зародить. Но до этого времени они не влезают. Почему? Потому что это как, допустим, для людей, которые там бодибилдингом занимаются, это как нагрузка, то есть больше вес взять. То есть если сдюжим, то уже духовно еще, ну как в РПГ, прокачка, то есть прокачка скилла. То есть это, если своими силами справимся, то левел такой апнем, ну каждый человек, который сейчас на планете есть, то есть это эволюционно разовьется. А, как говорится, если не сдюжим, то это... Ну да, ну как-то так. Все-таки конкретно поясню, хочу уточнить. То, что это корабли как эвакуационные, как хранилище всего и прочее, прочее, понятно. Ну и понятно, кто их все-таки построил. То есть они над каждой ячейкой есть по умолчанию, либо это построили наши предки. Ну смотри, вот когда идет заселение новой ячейкой, вот они, допустим, пока в этой ячейке только флора и фауна, никакой луны над этой, никакого космического корабля над этой ячейкой нету. Но только когда сюда привозится человеческая жизнь, для курирования, для это, так сказать,
Для определенных целей над ячейкой зависает этот космический аппарат. И надо два, и надо три. Чтобы это рубежи бдить, чтобы... Не знаю, я понял. То есть, другими словами, эти ячейки построены нашими предками. Не ячейки, луны, а в других ячейках. Да, корабли. Корабли, более это корабль просто высокоразвитый. Еще, кстати, важный момент про космос. Дело в том, что в космосе, это как я вот ролик писал, это пример приводится. Я говорю, возьмите, попробуйте яйцо раздавить. Ну, только не пальцами, а именно так. То же самое в космосе, именно в том открытом понимающем, могут только круглые предметы, потому что давление идет, ну, как бы со всех сторон и, грубо говоря, не расплющит. А любой корабль, который там земного типа, он просто, это, просто его приплюснет. И там же делают не с того металла, который мы себе представляем. Там же вообще, я даже название этих металлов не знаю, там титановые такие сплавы редкоземельные, да, что это, что мама не горюй. Ну, понятно, все-таки хочу, чтобы ты мне точно сказал, точнее, не сказал, да, а уточнил, что данные корабли построены нашими предками конкретно. Конкретно, только иногда бывает их захвачивают. Ну, ну эти предки в другой ячейке были исключительно созданы наши предки для возможности колонизировать спокойно другие... То есть над ячейками, скажем, где живут какие-то совершенно... Ну, получается же, что ячеек много, и ведь не везде же люди живут, или везде все-таки люди живут? Сейчас на данном этапе... Я не говорю, что там, я не трогаю те, что там захвачены, понятно, я имею в виду еще до захвата. Вообще до захвата исключительно люди жили. Только разных цветов кожи, а так это были именно люди. Гуманоид, конечно. Ячейки были у всех. У всех. Просто невообразимое это количество. Мы даже, как я вот в ролике говорю, что даже спектр глаз зависел от солнца. Там и лиловые, и пурпурные глаза. Это у нас собрались карие, зеленые. А так есть и вообще ячейки отдельные, которые живут только кореглазые, а есть ячейки, где зеленоглазые живут, а есть ячейки, где это голубоглазые. Это просто как бы мы по типу подходим, поэтому нас, как спасая, сюда и засунули. А так вообще есть ячейки, где даже хоть мы, как говорится, одного рода, но, как говорится, разных ячеек. Даже вплоть до того, что по цвету глаз даже отдельно. Не то, что там... А, значит, хорошо, я понял. Это все как бы понятно. Да. Значит, данные корабли существуют и построены нашими предками, то есть, грубо говоря, людьми, которые есть над каждой ячейкой. Фух, нашел. Которые служили... А? Извини, да-да-да-да-да. Которые служили как и спасательные корабли, и как корабли для путешествий, и как... хранилище, инкубатор, ну, короче, говоря, как Ноев ковчег, да, как Ноев ковчег. Да, как Ноев ковчег. Это, как есть вот такое, одним словом, это подытожить это. Ну, ладно, я потом подумаю, как его назвать. Вот, обрати внимание, пожалуйста, я наконец-то нашел четкое расписание этих войн. Ну, можешь далеко не копать, 40 тысяч взять за это, за прибытие это Вайтманы. Так, можно, конечно, их назвать, да, это... А? Я все скопирую. Ага. Так, получается, если у тебя идет 1,5 миллиона прибытия на Мидгард, первый Вайтран. Так, то есть все-таки наша земля называется Мидгард. Ну и Русь, Мидгард, я вот, кстати, с Мидгардом точно не знаю, ну пускай будет, ну вообще как бы да, это Мидгард, там же, ну пускай Мидгард будет, то есть это, да, Мидгард. То есть получается вплоть до 40 тысяч лет здесь в принципе шло нормальное строительство цивилизации, то есть все как бы было нормалек. Так, значит, здесь написано 40 тысяч 20 лет третье прибытие Вайтмана Перуна. Это когда он прилетел сюда для того... Это же в Ведах написано. Да. Я просто тебя помню, я знакомый что-то, я же это в Ведах читал. Он прибыл сюда для того, чтобы сообщить и подготовить нас, что сюда идут враги. Да, да. 13 тысяч лет назад это вот... это великое похолодание, это, скорее всего, когда случилась эта война, там упала... Да, луны, потопы. Луны, потопы и прочее. Значит, давай дальше по поводу лун. Значит, 13 тысяч лет назад, когда вот эти вот наши враги здесь уже подготовили почву достаточно для конкретного вторжения...
сюда произошло вторжение, уже именно как, ну, военное. Да. Была битва, сражение, в которой мы потеряли два корабля, так или иначе. Да. Там одни захватили, это, ну, это для меня значение особо не имеет. Главное, что они были уничтожены, эти корабли. И упал один из них и сделал то, что сделал. Осталась только Луна. Луна осталась незахваченная, да? Ну, я насколько знаю, что Луна, вот мне это именно мои как бы знания, немножко как бы подкорректирую это, есть долунные цивилизации. Дело в том, что когда был небольшой период, когда Луна на ремонт улетела это, в соседнюю ячейку, потому что местная техника не позволяла это... Ее это... Она пострадала во время войны. Да, да. И вот после этой войны она на небольшой промежуток времени она улетела и, как говорится, это, вернулась. Но она, кстати, когда вернулась, она вначале была полностью... Это, такой у нее был цвет, это как бы металлический, как бы металлик. Она блестела это на солнце. А уже потом, потому что люди знали, что это корабль. А уже потом, уже когда люди начали деградировать, наши предки ее просто закамуфлировали это под планету, чтобы она это не смущала это. Я понял. Есть такая книга, называется «Глубинная книга». Знаешь, что ли? Ну, этот «Пяти брат» я слышал, но я не читал ее и как бы... Скептически. Ну да, я слушаю их. Я понял тебя. Я, в общем-то, ее читал. Ну, я не буду врать, что я прочитал ее всю. Нет, это не так. Но я еще, ну как бы, мне скинули сайт. Ага. Я тоже его скину, просто так, для ознакомления. Просто в чем суть? Чтобы книгу не читать, потому что она большая и достаточно тяжкая для чтения, можно ознакомиться с этим сайтом. Там, в принципе, то же самое, только, ну, меньше надо читать и все такое. Так вот. Uh-huh. Если выделить суть, то, о чем мы сейчас говорим, uh-huh, там утверждается, что Луна — это, да, космический корабль, да, но это космический корабль, который, на котором находятся не наши друзья, на котором находится специальный луч, такой, как бы, как пушка, который луч, да, и он, этот луч, с помощью определенных, ну, вот, действий, он зомбирует население Земли и, по сути, является, его называют так называемая судьба. То есть, грубо говоря, он нам, ну, нас в состоянии вот этого животного состояния, он нас вгоняет. То есть, другими словами, Луна нам не друг. Вот. Это темные специально подкинули эту лживую информацию, чтобы мы это так думали. То есть это дезинформировали. То есть это как бы, даже если такая, как ты говоришь, информация есть, это темные это нас дезинформируют. То есть на Луне исключительно это наши люди. Я понял, ты этот сайт ознакомься. Ага, сейчас пройду по ссылке. Интересно, да, я скинул что-то там. Интересно, он по пяти брату там и прочее, да, у них там само по себе, в принципе, у них очень похоже на правду. Там и они говорят, что над нами купол, правда, они говорят, что над нами семь куполов. Кстати, и по Корану тоже, то, что над нами семь куполов. Да, может и запросто это быть, потому что... Да, и у них, они утверждают, что солнце, которое сейчас над нами кружится, это солнце, оно, ну, оно искусственное, его специально сделали, а до этого, над нами было всего одно солнце, оно было очень большое, посередине, оно освещало постоянно всю нашу Землю, и оно никогда не заходило, и не было никогда ночи. Ну, видишь, это вот основная часть знаний, которые вот эти ребята, они ее не сами получили, они уже как бы взяли готовые книги и из них это озвучили, то есть готовую информацию. А в случае со мной, получается, я не читаю, вот многое, конечно, вот это, что связано, 13-14 там тысяч, это как бы... Я просто укоренился это благодаря ведам, что надо в этом направлении думать, вот чисто ведическое знание это... Это веды мне помогают именно, как это сказать, в общем, я знаю о событиях, но не знал, как они называются, во. А теперь я знаю благодаря ведам, то есть, ну, что они имеют какие-то названия, там, то есть, конкретные даты, какие-то прибытия, то есть, веды мне помогли. А вот эти ребята, по всей видимости, они уже в готовом виде. Итак, значит, Луна нам друг, тогда возникает следующий вопрос. Если Луна — это космический корабль, на котором находятся, грубо говоря, наши, ну, люди, да, то есть люди в этом плане понимания, причем люди не отравленные,
вот этим вот, ну, тем, чем отравлены мы сейчас, я имею в виду землян, которые сейчас у нас, да, живут на земле, вот, они духовно чисты, и их задача, в принципе, нам помогать, так или иначе, изымать тех, кто более или менее адекватен, пытаться как-то нас пробудить, ну, в общем, выполнять задачи, которые они выполняют. Да. Возникает вопрос. Если наши враги, которые здесь находятся в большом количестве, они в курсе этой войны, но они прямо в курсе, почему тогда они не предпринимают действий по ее уничтожению? Очень много предпринимали. Есть же, ну просто они не в состоянии, техника не позволит это долететь. А если позволит, то та Луна, ну Луна же это же очень мощное оружие, просто она справится с любым объектом, это, который это... Да, я тебя понял, тогда сразу и второй, третий, четвертый, короче, следующий вопрос. Если у них сейчас техника не позволяет, то почему раньше позволила, а сейчас не позволяет? У темных? Да. Да ну... Тут же ночь сварога заканчивается, и их идеи, как говорится, как у них там целая иерархия генералов, отправилась уже как бы это в другие ячейки, а их бросили, они как бы об этом не знают. То есть они по инерции, как роботы, выполняют это, свои функции, но не понимают, что уже как бы руководства нету. То есть это как, знаешь, что-то... Траст лопается, или как там, банк, это банкиры это еще в кассах сидят, а те, кто это сливки сняли, уже давно там за границей. Я тебя понял, смотри, тогда вот у меня, я как в одном из своих роликов говорил, что глобальный кредит уже покинул землю. Значит, правильно. То есть получается, что, скажем так вот, 40 тысяч лет назад сюда был заброшен десант, он подготовил почву, 13 тысяч лет назад сюда было вторжение основных войск, да. Была мощная битва. В ходе этой битвы были уничтожены два корабля, один улетел на ремонт. Но война закончилась, грубо говоря, боевой ничьей. Они не победили, но и не проиграли. Да. После этого был определенный перерыв до 7524 года, да. Когда была очередная, ну это, скажем так, была небольшая война. Ну, если сравнить, скажем, с Махабхаратом, то это вообще как-то... Да. Thank you.